В Мурме военный офицер признан виновным в мошенничестве. Военный суд вынес приговор капитану Муромских инженерных войск. Его признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Как установили следствие и суд, в феврале 2020 года офицер пообещал одному из военнослужащих его части затянуть процедуру увольнения с военной службы. За это капитан получил от сослуживца 20 тысяч рублей. Впрочем, никаких действий злоумышленник так и не предпринял. Военный суд признал офицера виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.